Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Summoner Storm. 121 миссия у нас на кону. Давай посмотрим, что у нас тут за противник. Так, я вижу, у него есть яд. С бомбой, чувачок. Так, значит, короче, танк. Два скоростных. Плюс метатель, даже два метателя. И яд. Что мы в противовес можем поставить? Ну, в принципе, друзья мои, если не считать яда, давай-ка мы, наверное, с тобой тоже возьмем яд вместо молнии. Я думаю, что это будет оптимальный вариант, потому что, ну, молния пшик и все, а яд все-таки дольше сохраняется на земле, да, и, соответственно, дольше травит. И прокачаем заодно с тобой охотника за головами. Вот, получает вторую звезду. Так, что это такое, ребят? Отбрасывает врагов назад. Так, всегда нацелена на самого дальнего врага. Это, конечно, все хорошо, это круто. Так, я уже забыл, как карты-то менять. Ага, вот. Возьмем яд. Кстати, яд мы тоже с тобой можем прокачать до второго уровня. Четенько. Ну что, я думаю, теперь-то я готов. Так, у меня скорпион. У меня есть бомбардировщик. Так, стрелок. Ну, проверим. Так, блин. Забыл взять скоростников. Ладно. Я думаю, что бомбардир, он должен справиться, по идее, с бегунами, с этими. Если, конечно, он не включит яд. Но если он включит яд, тогда мы тоже с тобой будем травить. Сейчас мы посмотрим. Видишь, что он творит? Да-да-да-да-да. Именно вот такую вот гадость он делает. Но он сейчас тоже наверняка подключит яд. Или еще что-нибудь в этом роде. Так, вот это мне не нравится, совсем не нравится. Этот сейчас будет бросать свои фиговины. Слушай, нам нужно, знаешь, что сделать с тобой? Сейчас. Успела. Так, а вот, ребята, и лучник. Вот и лучник. Пока все хорошо. Давай еще возьмем пиратку. Так, бомбим. Еще. Слушай, сейчас, наверное, он выльет яд. Чувствую, он что-то хочет, наверное, пакость какую-то сделать. Ну-ка. Вынесли. Удивительно, он не применяет яд. Тогда буду применять его я. Да, вот он. Вот, ребята, он его как раз применил, но, по-моему, уже поздно. Уже поздно, потому что мы сейчас... Ты смотри, а? Ты гляди-ка, что творит. А ну-ка, Гром, выходи. Почему-то, на удивление, он не вызывает, знаешь, кого? Лучницу свою. Что же с ней случилось-то такого, а? Бомбардир, выходи. Так, не даем шансу противнику. Да и, скорее всего, сейчас крышка ему будет. Даже зомби не помог. Ты посмотри, сопротивляется изо всех сил. Можно позвать стрелка. Давай так сделаем, наверное. И яд. Вот сюда вот воткнем. Все, ребята. Крышка. Ну что, долго он, конечно, сопротивлялся. Но, как видишь, мы все-таки победили. Так, монетки, опыт. Здесь у нас наездник на медведя выпадает. Плюс кристаллический портал. И грута. Ну, умножать нам здесь нечего. Поэтому переходим сразу же на 122 уровень. Так, друзья мои. Кстати, вы заметили, что у нас пиратка стала выглядеть по-другому. Изменили ее. Потому что у нас было сегодня обновление на 70 мегабайт. И, по идее, вот этот вот пират тоже был поменен. Ладно, я думаю, что танк, Гром... Пират. У него пиратская команда. Интересно посмотреть, кто кого. У меня есть стрелок, но у него есть танк. У меня из танков это скорпион. Возьмем тогда бомбардира. У него, по-моему, заклинаний нету, да? Вызывает грома.
Я почему-то этому не удивлен нисколечко. Гляди, что творит, а? Блин, гром сейчас подобьет. Ах, зараза. Ну, скорпион, давай. Так, пиратка сейчас нам там шугаря надает. Блин, сейчас гром будет бросать, ребята. Ах! Ты хочешь сказать, что у него гром вот настолько, блин, крут? Вот прям вот настолько крут? Круче, чем я? Получается так, друзья мои. Получается так. Как ни странно. Ты смотри. В кого ты там бомбишь-то? Гром, ну отдуплись, отдуплился. Отдуплился. Блин, он вызвал этого капитана. Ну и как вот здесь вот нам с тобой справляться с ними? Грома если только позвать. Ну, по-моему, уже поздняк, да? Хотя... нет, все-таки меня здесь прижучат, друзья. Все-таки меня здесь прижучат. Я тебе не могу сказать, что пиратская команда здесь супер-пупер сильная. Здесь дело абсолютно не в этом. Здесь дело в том, что у меня очень мало юнитов, которые, ну, во-первых, дешевые, во-вторых, быстрые. Смотри, сейчас в корень все мы с тобой поменяем. И сделаем мы это каким образом? Поменяем, например, вот этого бомбардира мы сменим. Нет, не на шамана. Вот так вот мы сделаем. Возьмем Эза. И можно взять... Ух ты, этот может прокачаться у меня. Инженер. Так, это какой у него 8 уровень, да? Стрелок, наверное, здесь нам не понадобится. Возьмем инженера и... Так, яд пригодится. Пиратка пригодится. Так, у него танк очень жирный. Что мы... А, вот, ребята, у нас еще изменился воин тени. Видишь, как он теперь выглядит? Вот как выглядит у нас черная борода. Блин, что же нам с тобой сделать? Против танка можно, в принципе, вызвать спартанца. Вызвать спартанца, да? Или же взять нам... Блин, как оно лучше-то будет, а? Скорпиона взять или все-таки гнома? Давай так посмотрим. Поехали. Так, ну, у него эта пиратка. В общем, тут дело... Дело в скорости. Сейчас мы будем проверять с тобой нашу теорию. Он сейчас будет выпускать, естественно, этих молокососов своих. Блин, он вызвал грома. Он вызвал грома. Допустим. Но у него гром на один уровень всего лишь сильнее, чем мой. Ну вот и, по-моему, кобздарики ему приснились. Нет, все-таки вызвал танка, да? Но все равно, в любом случае, танка мы уже запинали. И, соответственно, К-83 тоже погибает. Ну что же, неплохо, я тебе скажу, неплохо. Так, опыт, это все понятно. Скорпион. С. Нам выпадает Сарашип, фея. Болотный корень и последняя, ух ты, избалованный принц. Это что еще за карта? Ребят, давайте-ка глянем. Избалованный принц. Карта редкая. Но что она из себя представляет? Вот мне что хочется узнать. И какой класс? Деревенщина, наверное. Да. Это дальнобойные атаки. Скорость передвижения быстро. Так, что он умеет? Атаки поражают всех врагов в радиусе действия.
Эта игрушка ударяет по врагам поблизости дважды. Йо-йо. Что ты вообще себе... Атака у него, конечно, маленькая. 198 и здоровье 80. То есть он обязательно должен быть прикрытым. Но я думаю, что его брать мне не стоит вот в данный момент. Не стоит. Так, давай посмотрим, кто у нас тут противник. Смотри-ка, какая у него здесь команда получается. Все на скорость. Заточено чисто на скорость. Плюс у него яд и усиление атаки. То есть он применяет яд, потом усиление атаки. Значит, нам яд здесь как раз-то и пригодится. Попробуем. Конечно, нам бы не помешала бы дальняя атака или какой-нибудь еще быстрый чувак, который может стрелять. Ладно, проверим сейчас, как тут у нас получится. Яд. Он сейчас яд бросит и будет все намного хуже. Так. Допустим. Пока мы как бы идем на равных. Он опять вызывает пиратку. Нам надо, знаешь, что сделать с тобой? Позвать грома. Смотри, что делает. Нифига. А не слишком ли это круто? Не слишком ли круто дает ему прибавку по мощам, что он так побежал? Я считаю, что это какое-то, ну, читерство. Ладно, если у него скоростная команда, будем тогда менять, ребята, на стрелков. Да, я знаю, что он шамана может отравить, но у нас нет выбора. Берем шамана. Берем шамана, и что дальше? И что дальше? Вот скажи-ка мне на милость. Молнию взять? Вместо кого? Вместо шамана? Это будет глупо. Но он будет все равно травить. Ладно, поехали. Все равно надо, ребята, пробовать. Подожди, я что-то не то взял, да, по-моему? Конечно, я на арену пошел. Значит так, у него 14 уровня, да? Угу, 14 уровня. Алхимик. То есть получается, как бы мой алхимик все равно здесь будет покруче. Ладно. Нам нужен будет с тобой обязательно сейчас гром. Ну ты сам прекрасно видишь, что он творит. Яд он тоже потратил, да? Потратил. Так, вызовем с тобой просто грома сейчас. Давай, давай, вместе соедините, чтобы попасть по вам. Вот так вот, шикарненько. Так, он называет алхимика, мы тоже прикроемся алхимиком. Плюс возьмем Эза. Так, вот это вот немножко меня... Что он там сделает? Угу, да выпендривалась, да? Слушай, а получается что, ребята? Он потратил всю свою заклинаху, скажем так. И мы сейчас его просто будем петрушить, и все. Яд он... А, вот он, яд активировал. Он активировал яд. Но мы тогда тоже с тобой активируем яд. Естественно, он его тратит. Погибает. И я думаю, сейчас мы его здесь прижучим. Сейчас я еще шамана позову. Все, теперь мы будем мелких... Даже не надо было контролировать. Как-то так. 525 монет. Вот это, кстати, хорошо. Это надо будет, ребята, сейчас приумножать. Плюс механик. Ну что же, переходим на 124-ю миссию и смотрим. Так, здесь есть одна пакость. Вот она. А в остальном команда вся рассчитана на скорость. Это чистая скоростная команда. С отравлением все как полагается. Ладно, хорошо, давай попробуем. Да ладно.
Да ну, да быть такого не может, ребят. Блин, я еще яд немножко не там послал, где надо было. Яд, не там я его пролил. Ладно, фиг с ним, сейчас переиграем. Слишком поспешил, она встала как раз на ту точку, где надо было применять. А я чуть-чуть сзади, короче. Ну, здесь, мне кажется, не до грома будет. Хотя его желательно бы первым здесь вызывать. Начнем с этого. Давай, гром. Да ну! Так, сейчас меня эта фигня будет одолевать. Вот эта вот паршивость очень большая. Слушай, по-моему, надо будет заклинахи здесь брать. Потому что, ну, я не справлюсь. Не получится, друзья, не получится. Надо будет ее выносить. Иначе она достанет меня со своим этим выстрелом. Тем более, она стреляет через весь экран. Так что меняем. Шаман, наверное, нам не нужен будет. А возьмем молнию. Молния самый оптимал. Как раз она против этих бегающих. Единственное, что откат очень долгий. В общем, яд и молнии. Я думаю, это будет наше спасение. Так, поехали. Так, пока ничего не делаем. Заряжаем. А вот теперь травим. Вот теперь травим. И теперь, друзья мои, нам нужно брать преимущество. Вызовем вначале пиратку. Естественно, для контроля. Блин, пиратка на пиратку. Печалька. Да ну. Ты посмотри, как инженер шпарит, ребят. Твою дивизию. Это повезло нам. Крупно повезло, что яд успел, ребята, исчезнуть. Слушай, так, по-моему, ему сейчас крышка. Все. Две заклинахи и победа за нами. Только что сам все это видел. Так, 25 монет — это ерунда. Опыт — это понятно все. Так, Сарашип. Двойной кинжал. Ух ты, металлолом. Обычный. Это что еще за металлолом? Скажи-ка мне на милость. Какой-то класс робота, я так могу понимать. Опачки, друзья мои, дождались. Пошли легендарный, я меняю. Здесь спартанец, шаман, танк, яд. Это что за сыр-бор такой? Скажи-ка мне на милость. Два танка. Слушай, а где этот чудик-то, которого мы видели? Кто ты? Так, поражает всех врагов в радиусе действия. Плюс 50 урона против замедленных врагов. Дальнобойные атаки? Хм. Но он у нас обычный, то есть его прокачивать, прокачивать и прокачивать. Меня как бы это сейчас на самом деле не интересует. Мне нужно подумать, что мне делать с танками, которых на нас пойдут. Против танков. В принципе, Минотавр пойдет. Локи, да? Две заклинахи здесь будет перебор. Это точно тебе говорю. Две заклинахи — это будет перебор. Оставляем яд и, наверное... Может быть, быка этого взять. У него здоровье 3600. Так, а сколько вот у этого здоровья? 3300. То есть у буйвола больше здоровья, чем у этого. Ладно, хорошо, давай возьмем. Посмотрим. Но опять же яд. Опять же у него яд есть. Плюс спартанец этот. Хорошо. Давай посмотрим. Получается, танк один, шаман — это дальняя атака. Естественно, нам надо будет травить его. Гром надо будет брать, наверное, да? Да, сейчас, потому что он с этим танком быстро разберется у нас. Очень быстро. Мы сейчас с тобой вот так вот ядку здесь подбросим. Замечательно. Так, он вызвал грома, но он понял, да?
Вот плохо, плохо, что вы все... Хотя, подожди, может быть... Может быть, успеешь ты? Нет, шаман нас тут все-таки сейчас заколебает. Ты смотри, что творит, а? Да, шаман нас тут сейчас с тобой достанет. Ладно, попробуем сыграть через грома. Да блин, этот защиту поставил. Ё-моё, охламонище несчастный. Ты достал уже своим шаман. Блин. Нет, ребят, не катит. Не катит, переигрываем. Шаманы эти паршивые. Так, что мы можем с тобой сделать? Пираткам, наверное, здесь не котируется, мне кажется. Пиратка это не то. Взять стрелка. Этого буйвола я даже призвать не успел, если честно. Скорпиона брать не будем. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Вот такой командой я хочу попробовать. Надеюсь, у нас получится все. Поехали. Блин, спартанец, конечно, бесявый. Очень бесявый. Он, кстати, очень хороший против танков. Очень хороший. Допустим. Сейчас я попробую через стрелка, друзья. Нет, через стрелка не будем. Пока яд не хочу. Да что ты? Ну зашибись. Ну ты зашибись, конечно, сделал. Слушай, ты достал. Че он там орет? Он опять своего шамана позвал. Так, ребят, шаманов надо, знаешь, что делать с ними? Естественно, через стрелка. Все. Допрыгался там шаман. Но он опять же яд может подключить. Опять же подключить может яд. Ну ты-то что там дергаешься, господи. Правильно, отталкивай, отталкивай этих хламонов всех. Минус шаман. Так, ракетчика вызываем. Давай-ка ядик сюда забросим с тобой. А, он тоже яд бросил, да? Понял. Я тебя прекрасно понял. Ну! Так, стрелок мне нужен. Срочно. Против шаманов. Есть. Я думаю, что все, ребята, здесь будет победа за нами. Да, 100% победа. Отлично. Вот я говорил, стрелок хорош против шаманов. Они всегда сдалека бомбят, но мы их, как говорится, взяли на опережение. Так, что нам здесь выпадает? Выжигатель и черная борода. Ну, а вот и 126-я миссия. Смотрим, кто здесь. Стрелок. Ага, скорпион. Танк. Есть у него молния. Ну, у меня бегунов не так уж и много, в принципе, да? Против скорпиона. Да, в принципе, у нас нормально все здесь. Должно, ребят, прокатить. Танк у него всего лишь один. То, что молния, да, неприятно, конечно, то, что у него молния здесь. Ну да фиг с ним. Сейчас посмотрим. Да, немножко, конечно. Да-да-да, вот так вот. На яде там, стойте. Блин, он грома же, что ли, позвал? Успел же, а? Ты смотри, что творит. Хорошо, давай, гром, тоже выходи. И попробуй сейчас как можно быстрее призвать стрелка. Ну стрелок, блин.
Так, бросай, бросай, бросай свою штуку. Блин, я совсем забыл, что у него там стрелок же тоже есть. Что у него есть стрелок, я и забыл об этом. Так, у нас яд, ребята, подготавливается. Окей. Так, теперь нам надо позвать стрелка опять. Как раз он будет на откате сейчас. Вызываем. Вызываем, 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 стреляем. Так, минус гром. Молния. Ладно, фиг с тобой, гаденыш ты такой. Так, опять танк вышел. Но мы его уже отравили. Так, надо грома призывать. Готов, охламонище. Готов, как говорится, охламонище. Давай, танками я его чисто сейчас буду давить. Чисто давить танками. Яд. Само собой. Даже пикнуть не успел. Все, друзья. Раскромсал его. Это было круто. Так, 29 монет. Понятный опыт. Здесь скорпион. Плюс наездник на медведи. Выжигатель. Ванна мстительный. И... так, тотем. Редкая. Но мы с тобой видели, по-моему, эту карту. Только вот я не знаю, что она делает. Можно, в принципе, почитать. По-моему, она через какое-то время... вызывает зомби. А вот это вот дело дрянь, друзья мои. Вот это дело дрянь. Потому что, ну, не смогу я справиться вот с этими охламонами. Можно постараться, но это тяжело будет. Поэтому я поменяю. Ну, джина можно, в принципе, одолеть. Он не настолько страшный. А вот некромант, который переманивает. У него еще, кстати, две заклинаки. Огонь и молния. Интересно посмотреть на вот эту вот всю систему, что он хочет сделать. Как она вообще будет работать. Некроманта мы, например, можем травить. А, у него скоростной, ё-парасете. Так, ладно. У него две заклинашки, да? Две заклинашки, то есть у него и огонь, и... блин, у него еще и гром тут. У него еще и гром. Так, давай-ка тоже, наверное, позовем грома. Вон, некромант начинает, ребята, свою фигню. Нам нужно, знаешь, что сделать нам нужно? Нам нужен стрелок. Фига он. Ты видел, как он среагировал? Я не успел еще даже ничего сделать, он уже его призвал. Он его уже призвал. То есть он пламя сразу использовал, как только у меня появился. Зашибись, зашибись. Так, вызываем танка. Блин, опять гром. Этот механик, это, конечно, очень лютый чувак. Блин, он очень быстрый, шустрый. У меня яд, ребята, готовится. Валим этого некроманта фигового. Так, этого только можем отталкивать, да? Давай, 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 залп. Он сейчас яд или молнию что-нибудь... сделает, это точно тебе говорю. Все в кучу встали еще там у меня. Молодцы, красавцы, блин. Яд же у него, по-моему, да? Или что там у него? Я уже забыл. Окей. Он огонь потратил. Он огонь сейчас только что потратил. Это круто, ребят. То есть джин погибает. Некромант у него там. Ничего не получается у этого некроманта. Мы его подбили. Ну, джин здесь ничего не сделает. Я тем более вот так вот поставлю на яд, чтобы тут никто не появлялся и не мешал нам, как говорится, разбираться с главным героем. Все, друзья, запинали. По делам ему. Так, 25 монет. Мясник и черная борода. Не очень, конечно, хорошие карты. Мясник и черная борода. 128-я миссия, смотрим. Скорпион плюс шаман. Плюс Грута. Грута дает ускорение всем войскам.
Если у меня стрелок против шамана, мы можем... Блин, а что он... Он же молнию применит, скорее всего. Ладно, что тут, как говорится, думать, надо пробовать. Во время боя все начинаешь больше как бы ощущать и понимать, что левое, что не левое, что пригодится, что не пригодится. Вот здесь, например, вот это лишнее. Блин, он решил меня достать этими своими стрелками, что ли? Скорее всего, да? Я так и понял. Да, лучники. А, мы можем, знаешь, что с тобой сделать? Позвать... Да вот так вот сделаем, да и все. Будем сносить таким вот образом наших противников. Через стрелка. А сейчас еще и гром позовем. Ну и все, и тут он поплывет. Тут он должен поплыть, друзья. Дидиш. А, он скорпион там у него еще. Так, он черную бороду. Понятно все. Черная борода здесь вообще не котируется. Плюс яд. Вот как бы и все. Вот и доигрался он. Тут уже ничего ему не поможет, потому что мы будем контролировать его с нашим стрелком. Заклинаний, я так понимаю, у него нету, да? Есть. Заклинания у него есть, но слишком поздно. Вот чем плоха молния и чем она хороша? Хороша тем, что она очень большой захват берет, а плоха тем, что она очень долго откатывается. Так, дикарка и травница. Слушай, тут надо умножить по любасику. Ну что, друзья мои, 129-я миссия. Твою налево, вот так всегда. Во, оптимально. Для меня это самый топчик. Слушай, у нас даже практически похожие команды. За исключением того, что у него Грута есть и молния, а у меня стрелок и яд. Давай посмотрим, чья команда будет сильнее. У него, правда, немножко попрокачаннее будут бойцы. Ну, там совсем немножечко. Нет, это, наверное, слишком будет, да, для нас? А хотя почему слишком-то? Ох! Вот это ты пакость, конечно, сейчас сделал, браток. Все? Так, теперь нам срочно, срочно, ребята, просто... Блин. Ага. Сейчас он бросит, бросит он свою бочку, естественно, бросит, ребята. Куда же он денется-то? А вот то, что сейчас он взорвет всех, вот это будет печалька. Да. Не очень, конечно, хорошо получилось. Кнут. Ой, кнут, ё-моё. Кнут, какой кнут? Давай, 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 родные мои. Так, отравили, да, отравили? Да ё-моё. Опять эта параша идет. Хотя вот так вот нам надо сделать. Тоже, тоже активирует яд. Труханул, труханул, чувачок. Ясен перес. Ладно, давай сделаем так. Бежит она тут мне. Да куда ты бежишь? Там разогналась, ё-моё, пугало огородное. Не понял. Так, хорош. Бомбардир, успокойся. Так, Гром, ты как-то давай по Шурику. Так, еще вызовем танка одного, да? Нет, своими грутами он здесь ничего не добьется. Нет, он, конечно, кнутом хорошо стягает, тут не поспоришь. Но не настолько хорошо. Сейчас мы яд еще с тобой выльем вот сюда вот. Вот прямо здесь. Ну и все. И здесь он уже больше ничего сделать не сможет. Хотя там что-то пытается прикрыться как-то. Но это все бесполезно. Когда яд... Не настолько мои слабые бойцы, чтобы ты их убил своей молнией. Хе-хе-хе. На. Как-то так. Все-таки моя команда, ребята, оказалась сильнее, чем его. Так, монетки, опыт, это понятно. Фея. Ван Мстительный. И лучник. Ну, не знаю, ребята, я этим лучником не пользовался. Но мы видели его, не очень хороший. И фея. Ну, фея в свое время, да, нам
мозги-то компостировал. Кстати, мы уже дошли до 130 уровня. Ох, ёк-макарёк, ребята. Заморозка. Заморозка. То есть это обездвиживание моих бойцов. Плюс у него еще и пламя. Хм, я даже не знаю, как это будет выглядеть. Давай проверим. Ну, против заморозки, конечно, бороться, мне кажется, бесполезно. Давай попробуем вначале грома вызвать. Серьезно, что ли? Да, что-то как-то, ребята, не айс. Еще это сейчас будет переманивать на свою сторону. Вот что бесево-то. Трындец. Ладно. Не получилось у меня здесь. Но это не беда. Давай продолжим. Попробуем сейчас поменять. А что пиратка, ёк-макарёк. У нас же против бегунов идеально заходит пиратка. Это прям прирожденный боец против вот этих быстрых скоростных юнитов. Так, пиратка, это ладно. Этот робот слабенький. Гром. Стрелок. Стрелок, наверное, здесь не понадобится, мне кажется. Так, прокачаем, да, уровень? У нас яд. Можно взять, в принципе, и молнию. Как вариант. Скорпион. Пум-пум-пум. Блин, тотем. Что делает тотем? Так, один герой редко или слабее превращается в зомби. Здоровье героя медленно уменьшается. Проклятие одного героя редко или слабее превращается в зомби. Что-то я не пойму. Наш зомби или чей зомби превращается в героя, не пойму. Так, вот этот, кстати, чувачок тоже очень хорош. Ну, вместо кого? Вместо стрелка. Ну что, давай рискнем. Блин, я еще забываю, что у него заморозка и пламя есть. Вот в чем еще пакость вся. Давай проверим. Так, этого некроманта надо сразу уничтожать. Естественно, он сейчас будет что-нибудь применять. Да ладно, ничего. Ну тогда тебе кранты. Вообще, мигом. Вот что значит пиратка, друзья. Супер сундук. Давай мне карты. Скорпиона можно прокачать. Локи, нет, прокачать нельзя. Ассасинка не интересует. И кислота, вот это уже хорошо. 54 монеты. Ну что, друзья мои, мы с вами перешли на следующую карту. Ну и как ты понимаешь, мы будем уже разбираться здесь в следующей серии. Так, сундук мы здесь забрали. В общем, все неплохо. Я бы даже сказал, очень хорошо. Идем ровно, без каких-либо капризов. 128 гемов мы уже накопили. Конечно, хотелось бы получить вот этот сундук. Посмотри, сколько здесь карт. Ох, можно было бы тут прокачаться. Тем более капитальненько. Так, вот этого нам надо качнуть, ребята. Естественно, скорпиончик — это хороший чувачок, помогает нам. На 34 уровне у него фуловая прокачка будет. Ну, а остальных, вот эльфов я что-то не очень, ребят, как-то люблю. Не запали они мне в душу, не знаю почему. Сарушип, ну, Сарушип можно было бы тоже, ребят, качнуть. Почему, ребят? Потому что она очень хороша, так же, как и пиратка, против вот этих всяких гоблинов. А вот этого избалованного принца, на самом деле, он не очень похож на принца. На какого-то деревенщину похож. Прическа канатка или горшок. В общем, но он бегает с рогаткой. Или с йо-йо. С йо-йо, по-моему, да? На 7 уровне у него, кстати, лечит на 25% от нанесенного урона. Оу, то есть у него вампирик даже. Нифига себе.
И еще берсерк, это на 21 уровне. Плюс 50% в дополнительной скорости атаки, пока здоровье ниже 50%. То есть он ускоряется еще, да? Окей. Ну что, друзья мои, а на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.